Алан процитировал в Ницце письмо, погибшей при теракте россиянки. Президент Франции выступил на траурной церемонии, которая была посвящена жертвам атаки 14 июля. На мероприятии Алан зачитал отрывок из письма студентки Виктории Савченко. В своем послании 21-летняя россиянка вспомнила слова французского писателя Ромена Гари. Не могу не процитировать это потрясающее послание. Оно было написано одной из жертв, 21-летней студенткой из России. Она приехала в Ниццу прямо перед трагедией. В своем письме она привела слова писателя Ромена Гари. Ницца – это оазис на берегу моря с зарослями мимозы и пальм. Здесь российские и британские принцы устраивают битвы цветов. И однажды я тоже приеду в Ниццу, когда я буду молодым. Вряд ли можно найти более точное, прекрасное и трогающее душу отражение этой мечты, связанной с Ниццей. У людей из самых разных стран. Но 14 июля по гостеприимству этого прекрасного места был нанесен удар. Мечты многих людей оборвались. Виктория Савченко училась на 4-м курсе финансового университета Москвы. В Ниццу она приехала отдохнуть. Ее слова он назвал прекрасными и трогающими за душу. По его мнению, именно они отражают мечту, связанную с Ниццей. Но в день взятия Бастилии английская набережная, напомнил Алан, превратилась в настоящее кладбище. 14 июля этого года террорист Мухаммед Булель протаранил на грузовике толпу людей, которые собирались посмотреть фейерверк по случаю праздника. В результате атаки погибли 85 человек. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России группировка ИГИЛ.